Тьма. Сегодня на улице очень тепло, около 0 градусов. Весна на носу. Я только что выехал с холодного гаража. Гараж как холодильник, там было минус 12. И что у нас стало? На улице тепло, а в гараже холодно. Вот такое тоже бывает, ребят. Сейчас мы быстренько установим наши шторки. Все покажем, все расскажем. A few moments later. Всем привет! Сегодня у нас распаковочка. Пришла вот такая вот посылочка. Каркасные шторки от escopro.ru. Посылка отправлена с Костромы в Якутию. Получил я эту посылку за 23 дня. Коробка целая, никаких повреждений нету. Вот в таких классных упаковочках. Это каркасные шторки для УАЗа Патриот. У меня, как всем известно, Патриот 19 года. Вот такая инструкция. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Ребята, это полный комплект, это полный фарш. Вот такая тонировочка. Надеюсь, меня не видно. Идем устанавливать. Вот такая у нас инструкция. Все очень понятно. Вот наши крепежи. Номер 1 и 2, 3, 4. Все, ребята, установка очень простая. У нас есть вот такие скобочки разного вида, вот для водительского и пассажирского бокового, вот такие, а на задний собачник и на заднюю дверь скобки чуть другие. Тут установка очень простая. Надо опустить стекло, отодвинуть вот эту резинку. По инструкции указано в 3 точках поставить эти крючки. У меня получается вот сюда спереди и 2 вот на задний угол. Вот с этим маленьким крючком я надеваю вот сюда и обратно ставлю резинку. Вот и все. Сейчас еще пару крючков поставлю сзади. А вот эта тонировка ESCO не ставится на магнит, она ставится вот на такие скобочки, а не сюда, сзади, оказывается, надо 2 штуки вот с этой стороны. Вот с этой стороны надо поставить скобки. Скобочки поставили. Берем с комплекта вот моя тонировочка. Это у нас эта петелька должна быть с внутренней стороны. Вот и все. Тонировочка поставлена. Сейчас закроем окно. Убирается тоже очень легко. То есть потянул и опустил, и все. Если приловчиться, можно за полсекунды увидим гаишника. Вот давайте посмотрим, как выглядит машина без тонировки. У меня комплектация максимум.
максимума с завода стоит тонировочка такая легкая. Как видно, насквозь легко все можно увидеть. Даже что внутри багажника очень хорошо видно. Но я думаю, тонировка для машины нужна не для того, чтобы что-то скрыть на машине, а она нужна прежде всего для защиты от солнца. Например, у нас везде снег, снег, солнце, получается у нас свет и снизу, и сверху идет. И летом, конечно, защищает очень хорошо от жары, потому что кондиционер у нас не справляется иногда. У нас в Якутии тоже жара бывает под плюс 40 в тени. Поэтому, думаю, тонировочки как раз будут. Еще один большой плюс для Якутии, ну и, думаю, для всей России. Эти каркасные шторки служат как москитная сетка. То есть сетка стоит, ты опустил, и в салон не попадут мухи, комары всякие. Вот в этом огромный плюс от обычных тонировок. Вот смотрим. Вот так сейчас выглядит заводская тонировка и вот водительская сторона. Сейчас поставлю шторку, сравним. А скобочка, оказывается, должна стоять где-то вот тут. Короче, там, где вот эта петелька, вот там, где надо дернуть, вот там и должна стоять около него. Потому что, как мы устанавливаем, сначала ставим вот заднюю часть. У нас сзади два крючка. Поставили. Вот все поставили. Отогнули отсюда и вот положили на крючок. Поэтому вот этот крючок должен стоять рядом вот с этой петелькой. Снимаем также. Тянем за петельку. Опа. И все. Сейчас смотрим, сравниваем. Вот та сторона у нас получается без тонировки стоит. И смотрите, она сравнилась с заводской тонировкой почти. Пассажирская сторона, как я говорил, надо отодвинуть или опустить стекло, отодвинуть просто вот так резиночку. Вот тут тоненький металл. И вот маленьким крючком вот этим надо зацепить вот за этот край ободка, что ли. Вот и все. Ставим еще два крючка вот с этой стороны сзади, чтобы у нас шторка крепилась. Раз крючок. Два крючок. Собственно, еще берем нашу шторку, одеваем сначала сзади, раз и два. Все. Вот смотрите. Заводская тонировка и наша эско. Поднимем стекло. Вот, сейчас смотрим. Даже, смотрите, чуть-чуть темнее заводских. Вообще отлично. Сейчас я поставлю вот сзади в круг. Тогда, наверное, заводская тонировка плюс шторка, думаю, сзади вообще ничего не будет видно.
Подошли к задней двери, к задним боковым окнам. Поставили тоже крючочек справа. Крючочек вот чуть пониже отсюда поставим. Крючочек. Раз, два поставили. Смотрите, у нас сзади стекло опустилось до максимума. Очень печально, что задняя дверь, стекло опускается только наполовину. Ты ничего не поделаешь с этим. Третий крючок поставлю. Раз, два, три. Пробуем ставить шторку. Хоп, значит, поставил. Хоп, поставил. И хоп. Смотрите, вот зазорчики смотрим. Везде ровно-ровно, смотрите. Нигде не провисает, нигде ничего не отсвечивает. Все очень плотненько. Класс. Смотрите, со шторкой что сзади случилось. Вот тут, смотрите, вот все насквозь я вижу. А тут сейчас закроют ту сторону. Сзади вообще ничего не будет видно. На задние собачники. Вот тут на Патриот даже не нужна никакие скобочки, ни крючки. Смотрите, у нас вот здесь есть зазорчик. И вот туда эти шторки вообще как для него создано. Ходит как родная. Вот и все, ребята. Вот на заднюю дверь, на заднюю пятую дверь немножко... Тут я не понял, как все крючки надо ставить. Но тут, в принципе, она сама тоже держится. Вот вошла вот сюда в дверь, в рамку, как родная. И вот на задней у нас стопак задний. Она очень хорошо держит, как каз легкий. Это бомба. А еще закроем вот эту. Задняя у нас пассажирская, боковая открытая стоит. Чуть-чуть просвечивается. А изнутри обзор днем обычный. Обзорчик днем салона у нас обычный. Ничего, никакого дискомфорта нету. Мне очень понравилось то, что ее можно использовать как москитную сетку. Летом у нас комаров. Вот видите. Вот сюда комар не залетит точно. Потому что ячейка очень маленькая. Посмотрите. Вот я не курю. Для меня это вообще не проблема. Вот для курящих, наверное, уже вот тут не покуришь. Если только тут дырочку сделать. 12 seconds later. Тьма.
Сейчас посмотрим, как меня видно. Вот так, вот смотрю, у меня все видно изнутри. Камера снаружи меня видит, нет? Привет. А тут, наверное, точно ничего не видно. Привет. Я здесь. Сейчас посмотрим, как будет видно меня спереди. Вот я зашел. Привет, привет. Я вот сижу сейчас без ремня. Посмотрим, будет ли видно на камере. Вот сплошную в окно, наверное, уже видно. А если вот так сижу, болтаюсь тут, копошусь, вот тащу за ремень, вот за ремень тащусь. Ребята, всем рекомендую каркасные шторки от фирмы ESCO. Очень хорошая цена, очень быстрая доставка. Заказывайте шторки от этого сайта esco-pro.ru, потому что сейчас есть очень много мошенников, которые могут вас обмануть. Есть много очень ссылок двойников сайтов. В Инстаграме очень много такой всякой рекламы про каркасные шторки. Заплатите деньги, ничего не получите. Поэтому я вам рекомендую заказывать только с официального сайта. Во-первых, всякие американские тонировочки, всякие импортные вот пленки, они сложные установки. Надо устанавливать специальным, у специалистов надо устанавливать. Во-вторых, у них цена дорогая. Покупаешь пленку, плачешь за установку. Купил каркасные шторки, сам поставил за 5 минут. Это, ребята, вообще... А второй плюс, то что можно ее использовать как москитную сетку. Летом, то есть можно открыть окно. А для нас в Якутии это очень актуально, так как у нас комары везде, на дороге, на населенном пункте, даже в самом городе, внутри города, в центре полно комаров. Так что, ребята, всем советую каркасные шторки от фирмы ESCO.